Привет, друзья! С вами снова Михаил, и сегодня у меня для вас не обзор очередной перьевой ручки, а распаковка коробочки. Мой друг из Москвы что-то мне прислал, и, если честно, я понятия не имею, что там внутри. Ну, к счастью, транспортные компании сейчас еще работают. Вот, и, честно, мне очень интересно, что там внутри, ну, заодно решил показать вам, да, вдруг вам тоже будет интересно. Тем более, что такой вот анбоксинг, да, довольно популярный формат на YouTube. Давайте же скорее откроем. Извините за шум. Ой, как это все непросто открывается. Так, ну что же у нас там внутри? О, там внутри еще один пакетик. Давайте попробуем его победить. Просто чувствую себя охотником. О, я вспомнил, что это такое, друзья. Аврора. Это Аврора Хейстон. Давайте же скорее откроем, посмотрим. Ох, какая красивая коробочка. Вельветовая прям. Опа. И тут целых две ручки. Ага. Это Аврора Хестел в позолоте. Я вам показывал такую же в стали, да? Вот это в позолоте. Ну, на мой взгляд, прекрасное состояние. Колпачок очень крепенько держится, в отличие от той, которую я вам показывал. А, прекрасная ручка, мне очень нравится. А это, друзья мои, видно вам, не видно? Это Wall Eversharp. Это Wall Eversharp Symphonia называется моделька, она же 717. Ну, такая вот американская классика 50-х годов, рычажная система заправки. В общем, будет чем заняться, но, к сожалению, у нее не очень хорошее состояние. Да, такой полуоблезший колпачок. Жалко, жалко. Так-то вообще очень интересная ручка. В руке лежит, кстати, вот замечательно. Вот такая вот распаковка получилась, друзья мои. Покажу обязательно обзоры, но это уже будет в конце мая, в начале июня. Не болейте, берегите себя. Пока-пока.